Ну, слышь, топает там. Это новый босс. Темный жнец. И он, короче, это... Того. На всю голову. Вон он. Я ни хрена не понял, как его убивать правильно. Ну, то есть я одного убил. Мне дали шапочку вот такую вот у него. Шлем из-за костюма Фо. Который ни хрена не дает мне. Кроме того, что она есть. Он... Хреначит, короче, огнем. Ну, первый хреначил огнем. То есть огненными патронами. Радиацией. И у него есть ваншотная атака по периметру. Ну, или если не успел спрятаться, все, те кранты. Кроме того, он включает щит время от времени. Ну как время от времени? Периодически. Включил, выключил, включил, выключил. Пока он в щите, я так понял, он не уязвим. Ну или почти не уязвим. А вот как куда стрелять по нему, я ни хрена не понял, что. Короче, я на него извел кучу. Кучу патронов, просто не то что патронов, этих самых, как его, ракет. У меня 200 ракет было, осталось... Нисколько не осталось, короче. Как его правильно убивать, я так и не понял. Станется он, вроде не станется. Можно попробовать, конечно. Допустим, подкрадусь такой. Незаметно. Ну, по-моему, бесполезно. Он, у него моделька-то почти такая же, как у остальных, а дурь в нем в 3 раза больше. Сука. Красивый, сука. Они вообще здоровые. Здесь так подползти, чтоб сравнить. Ножище какая. Ну чё, давай. Ни хрена не станется. Вот он, короче, включил вот свою броню, и все, и мне пиздец. Да, вот он огнем хреначит, который пипец дамажит. Кроме того, он еще и из этих призывает. Собачек призывает. Ну тут надо укрытие, иначе бесполезно. Его так просто не одолеть. На него бы, конечно, вон того дурачка наагрить. Так, а что если я... Ну-ка, нажмем. Твою мать. Блин, у меня рации-то нет, что-то нифига.
Я хотел его привлечь. Ой, тут еще тут в округе народу бродит миллион, блядь. Куда я полез? Съебываемся. Да, бой такой себе. Не очень. Или попробую его это. Шашечками закидать. Здорово, чувак. На тебе шашечку. Хоп. На, давай. Пизди его, давай, пизди. Ерунда. Не, ну это... Это, короче... Сейчас. Надо пару приемников взять, наверное. Пара приемников. Поставь, допустим, сюда. Интересно, приманится этим этой хуетой или нет? Ну это плохая идея. Может, и не очень. Ладно, попробуем сейчас. Блин, рада. Если бы ты еще не застревала. Че, хватит бегать, я стреляю. Я стреляю в тебя, не видишь? А ты бегаешь. Дурак, что ли? Ай-яй-яй. Всех остальных-то я научился уже убивать, а вот этого дурака нет еще. Как его убивать, я вообще без понятия. Включил вот он и свою. Этот придурок что застревает? На костылях, на всяких. Эх, что там за значок, блядь?
Липкие шапочки, шашки я все потратил, к сожалению. То есть вообще все. Ни одной нет. И сейчас все потрачу. Блять, он еще и травит. Правильно, давай. Стреляй по себе, собака. Ну вот, и чё? И смотрим. 92%. Лол. То есть я его задамажил на 8% всего. Ай-яй-яй-яй. У меня, конечно, шашки-то еще здесь есть. Сигнальные. Но мне кажется, его вот шашками проще всего хреначить. Потому что иначе, я еще не знаю, как его убивать. Зараза. Больше всего бесит вот эти пулеметы, конечно. Но сбить им не... пулемет нереально, по-моему. Блять, спрятаться-то негде, зараза.
А маршрут пока какой-нибудь хоть. А нету. Камушек был бы весьма кстати. Сука. Ну только там камушек. Четыре шашки еще есть, сейчас. Да, вот так, правильно, давай. Ебать, он жирный. Поворачиваться. Шашки есть еще? Одна, надо еще взять, наверное. Ну, хотя бы... Либо три. Во-во, давай, иди сюда, чё ты тут стоишь? Наваляй вон там, вон. Лол. Смотри, он в тебя стреляет. Иди отомсти ему. Прилетело что-то в меня.
Мне пиздец. Все, шашек больше не отдам. Что есть? Собственно, ничего нет. Может быть, большой блок, а? Большой блок на него рам. Большой блок Эми на него работает. Где он? Где эта хренота, блядь? Ядрить тут народу. И все на меня. Это просто пиздец. Так. А еще знаешь, что хреново? То, что шашки крафтить нельзя. Нет схемы для крафта шашек. Это вообще печально. Их только искать. Во-во-во-во-во, да-да-да. Вот это я и хотел как раз. Давайте, давайте. Херачьте его. Давай, 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 давай. Блять, сраный пылесос этот ебаный пулемет, в смысле. От него все проблемы. Так, что у меня еще есть шашечки? Три. А что там?
Что там по хп-то? 83%. Ебать. А ладно, хрен с тобой. Убей меня. Этот бой я проиграл. Ну вот, короче, хрен его знает, как его убивать. Нормально, пизданул. Какая-то тварь выжила. Да? Кто еще стреляет, а? Как тут выжить, хрен знает. А, во, вот сейчас будет атомный взрыв, который я, разумеется, не переживу. Ну ладно. Это понятно. Я так понял, у него 8... А, хотя... Может, почему он его сделал? 82%. Он сразу защиту включает, свою. А, ну, самое главное, что он собратьев своих тоже ведь покоцал всех. Ол. Так, тихо, братья. В принципе, вот за этими можно прятаться. От пулемета.
Но тут говно всякое ползает. Короче, вакханалия, блядь, чистой воды. Ну, давай еще полагать. То мне геморроя это не хватает. Полагаю, конечно. Давай, все хорош. Блять, ты-то кто еще, а? Вау, 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 ничего себе. Ты чё, придурок? Ну всё, и бегать умеет. Так, зачем мне прятаться теперь? Надо камушек искать. Сука.
Где-то тут камушек был. Камушек, где ты, камушек? Не вижу камушка. Камушек нужен. Блять, ну был уже камушек, вот он. Делаем так. Ставим сюда полевку. Хоп. И пошли. Чё по хп? 72%. Ну вот, да. Как-то так. Попал. Чё по хп? 69. 3%. Ну, блядь, короче, не морой. Камушек спасает. Где он? Ага. Начал эту свою суператаку делать. Сейчас. Лошара. Летит в глаз. Ау. Сад 5%. Нормально. Блять, бобики еще набежали.
Бобики стреляют, да? Где-то один сидит, сука. Почему он стрелять перестал? Я ему что, пулемет отшиб, что ли? Да не хрена. Хрена там, блядь. Стой, сука. Скворец летит, блядь. Блядь, ну как понять? Проходит урон через этот его зонт или нет? Пятьдесят девять, допустим. Не буду стрелять сейчас намеренно. Кто он долбит? Ни хрена не проходит урон. То есть пока он в броне, его как-то надо по-другому убить. Что ли? Я не понимаю. Да, так проходит. Ладно, короче, ближе к концу боя продолжу запись. Угу. Я эти падли пулемет наконец-то отстрелил. Только что. У меня
меня сейчас, конечно, убьет. В который раз уже. Но зато я ему пулемет. Стрелил, я ему пулемет. Пулемет отстрелил после, я не знаю, получаса страданий. Он все еще живой. Ну ладно, давай. О, гляди, видишь, нет пулемета. Ой, ты задрал, блядь. Я и не понимаю, нахрена его таким жирным сделали, правда. Это просто пиздец. Ну, дамаговый, ладно, но жирный-то зачем такой? Что только можно было напихали, и отравление, и не отравление. Подойти не дает. Пиздец, нет. Радиус, конечно. Ну опять что ли? Не, я правда не понимаю, нахрена его таким жирным сделали, бля. С какой целью? Вот может быть в этот момент его надо пиздить, когда он так вот делает. Чё толку? Ну убил ты меня, и чё ты теперь будешь делать? Чё ты мне сделаешь? Сколько у него хоть осталось-то? 15%. Ну да, я его долго тут валю уже. Тут выжить нереально, ну как нереально. Ну то есть можно за камнем спрятаться? И откусывать по 1% в час. Ну это такой гемор. Проще умереть и заново в бой. Давай, давай, сука.
Отвалилось, смотри. Прикольно. Сейчас мы тебя сделаем, сука. Стрелять тебе уже нечем. Подожди, а у тебя же отвалилась пуха. Быстрее, блядь, можешь шевелиться, сука. Задрал. Не, блин. Господи, как он тут все медленно делает, а это просто пиздец. Ай-яй-яй. А, ну все, пиздец. Пофиг. Меня этим уже не испугаешь. А, все, готов, ёпта. То есть он сам себя убивает перед смертью. Не совсем понятно. Брюки экзокостюма. Идиотизм, блядь. Это просто пиздец. Я вот за эти брюки воевал, блядь. Нахуй бы они нужны были, ёбаны. Короче, все ясно. Ты хоть сдох, нет? Или сейчас встанешь, блядь? На третью лапу, сука.
двигается, что-то весь, блядь. Красный какой-то, блядь. То есть, он сдох, а защита у него все еще продолжает работать. Что, блядь? Ну, кстати, не такой уж и большой. Как ни странно. Есть и побольше, вроде бы. Что-то мелкий какой-то. Или пока стоял, большим был. Мне эти роботы казались больше. Намного больше причем. Я к одному подходил, у него, ебать, у него нога была. Ну, побольше. Ой, все ясно, короче. Ладно, давай.